В этом видео рассмотрим интересный и перспективный ICO-проект под названием MixRent. Это децентрализованный сервис по прокату автомобилей, мотоциклов, вертолетов, катеров и других транспортных средств, а также по обмену услугами в этой индустрии. Благодаря использованию технологии блокчейн и смарт-контрактов платформа предоставит своим клиентам самую большую и удобную базу данных всех видов транспорта, которая обновляется в режиме реального времени. Децентрализованная модель платформы обеспечивает прямое сотрудничество с большим количеством арендаторов и владельцев транспортных средств по всему миру. Платформа работает с 2017 года. В настоящее время услуга доступна в США, России, Канаде, Мексике и готовится к запуску в Австралии. В 2019 году платформа также будет работать в следующих странах: Китае, Бразилии, Индии. Платформа объединяет владельцев различных транспортных средств и арендаторов, что позволяет людям арендовать автомобили у владельцев по выгодным ценам. В системе MixRent зарегистрировано более 7000 единиц транспортных средств и 11000 пользователей с ежедневными обновлениями по разным городам. I just wanna be the one you love.